Всем привет! Сегодня понедельник. Мы сегодня были в магазине в Клавеникисе. Делали покупки. Вот хочу вам показать, что мы купили. Купили... Мы покупаем козье молоко. Вот цена на него, я говорила уже, приблизительно такая же, как и на... Коровье молоко, оно стоит 2 евро 38 центов. Купили сыр козий, типа фета. Он вот такой вот упаковочки, такая же самая фирма. Вот она так, его открываешь. Вот здесь он такой, вот здесь вот такая решеточка. Вот, чтобы та сыворотка, в которой находится этот сыр, чтобы она не... чтобы не сильно она разливалась, хотя она все запаянная, но все равно, чтобы не сильно она так вот была. Вот это вот мы купили. Ну, колу для мужа, он любит, купили целую упаковку. Вот купили, хотела вам показать, какой я люблю сыр, йогурт. Вот этот вот йогурт, фирма Димитрию. Вот этот вот йогурт, это с коровьего молока, этот йогурт с козьего молока. Что характерно, что они делают, этот йогурт продается в таких вот упаковках керамических. Вот такая вот упаковочка керамическая. Правда, потом не знаю, что с ней делать, куда ее пристроить. Вот такая, она вот такая политая здесь, такое все. Вот такая. Вот такая керамическая такая посудина для йогурта. Продается это маленький йогурт, продается 240 грамм. Это йогурт 240 грамм. Вот, но продаются еще и большие упаковки, вот такие огромные, такие большие этого йогурта. Что мы еще купили? Купили вот сушеные помидоры. Я их очень люблю. Сушеные помидоры добавляю в салат. Купили имбирь. Вот такой. Купили горох нут 3 альфа. Это очень хорошая фирма, которая выпускает вот много продуктов. Купили греческий молотый кофе. Обычно мы покупаем кофе Якоб молотый. В Польше я привозила замечательный кофе, который называется Мовенпик. Но в Греции он не продается, мы его нигде не видели. Либо производство Германии. В Греции его нету. Он очень вкусный. Что мы еще купили? А, еще купили бумагу для кухни. И купили сыр. Вот. Такой. Для посуды. А, еще купили вот мы такие два браслета. Вот. От комаров. Потому что у меня где-то на балконе я сидела, вязала, мне покусали комары. Вот это вот два браслета такие для комаров, они пропитаны какой-то жидкостью. Это на 2 недели. Вот, один браслет, две. Еще вам хочу показать вот такой вот стик. Вот такой вот, как рулон. Это после того, как тебя уже укусит комар. И ты счастлив, что он тебя укусил. И вот надо мазаться вот таким вот, вот такой вот рулон. Это вот от всех видов комаров. Пчелы, осы, медуза вот здесь вот нарисована. Вот. Вот такой вот. Он вообще, он воняет так, что, как говорится, как воняешь и сердце своей, как Верка Сердючка говорила. Здесь в составе аммиак. Вот. Еще купили вот такой аэрозоль, тоже от комаров, перед выходом на улицу брызгаться, потому что я не знаю, тут в Греции такие какие-то комары термоядерные. Меня когда кусают, у меня такие волдыри страшные от таких комаров. Вот. Вот наши покупки. Еще мы были в такой пекарне, которая называется Франк Жеполь. Мы туда часто ездим, покупаем хлеб там. Вот мы сегодня были, купили хлеба. Это хлеб полнозернистый, цельнозернистый. Сделан не на дрожжах, а на заквасе. Купили хлебушек. Он, этот хлеб стоит евро 10. Он, у них заворачивается хлеб вот такую бумажечку.
логотипом фирмы. Вот распутала логотипом фирмы Франк Жополь. Вот так вот. Я сделала там несколько снимков. Там продают и мороженое, всякие всевозможные пирожные, торты, печенье, всякие печенности. И ну, я сделала только несколько фотографий, больше не разрешили сделать. Еще мы были в хозяйственном магазине. В магазине мы занялись ремонтом, немножко начали красить двери, шпаклевку. Шпаклевку какая-то водная, я бы сказала, что это водная шпаклевка итальянская. И купили краску. Вот такая краска. Это краска для деревянных и металлических изделий. Это водная гидра. Водная краска. Вот, здесь вот написано Ecological Polyurethane Acryl Water-Based Enamel. Вот это вот такая краска на магазине. Все, всем пока-пока.